بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما توفيقي إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته У нас четвертый урок, урок муамала, торговые отношения, уроки торговых отношений между людьми. В прошлом уроке мы говорили с вами о третьем рукне купли-продажи. Третий рукн, третья составная часть купли-продажи, которого необходимо для того, чтобы осуществить купли-продажи, чтобы договор купли-продажи был действительным и соответствующим требованиям ислама и шариата. Третий рукн у нас иджаб кабуль, это сигха, то, что продавец должен сказать: я этот предмет продаю, а покупатель соответствующим ответом отвечает: я принимаю или же я покупаю этот предмет. Товар должен, продаваемый товар, у нас в мазхабах есть разногласия. В нашем мазхабе, в мазхабе имама Шафия, более строго подходит к этому, и необходимо сказать словом, исходя из слов, хадиса пророка, алейхиссалату вассалам, «Иннамаль байу ан тарадин», купля-продажа это только проходит только через взаимное согласие. Продавец также и покупатель, они должны быть согласны с тем, что они заключают договор. А это согласие присутствующие никак не могут узнать, когда молча они друг другу передают или кто товар забирает, согласны ли они полностью с этим или не согласны. Они сами тоже, если там где-то получится спорный результат, и присутствующие не могут никак свидетельствовать тому, что они были согласны и без особых принуждений продал этот человек тому другому этот товар. Естественно, и товар иногда бывает и очень дорогостоящий, поэтому спорные моменты очень часто происходят, поэтому необходимо, чтобы вот так словесно это все проходило, чтобы присутствующие могли свидетельствовать этому. Мы рассказали, что для этого есть условия необходимые такие. Словом должен сказать, продавец должен сказать: я тебе этот дом продаю за столько-то. А покупатель, не пропуская времени, сразу последовательно должен ответить ему: я принимаю этот договор купли-продажи, или же просто: я покупаю этот дом за эту цену. А если вдруг пройдет здесь определенное время, или же они скажут что-то постороннее, которого присутствующие этим понимают, что как будто он отвернулся, или же он не хочет ответить на этот договор, вот тогда уже заново нужно произносить эти слова. Ну, в этом рукне как раз, кстати, рассказать такие примеры. Вот на сегодняшний день, что мы в прошлом уроке не рассказали, добавлю немного. На сегодняшний день у нас очень даже вперед ушел этот период, можно сказать, ушла техника. Можно заключать договора, находясь, покупатель и продавец,
в разные континенты. Можно сказать, находясь еще в Германии, может кто-то что-то продать тому, кто находится здесь у нас в Дагестане, например. Но можно ли такие заключать договора или нет? Проходят ли такие договора таким соответствующим именно образом по требованиям ислама? Ну, говорят наши, это уже новые новшества, которые не были раньше, когда прежние алимы на этот в своих книгах ничего не пишут, но современные алимы для таких именно вопросов собираются, они заключают такие маджлисы и выносят карары, заключения именно на такие новые вопросы. Они считают, что можно так заключать договора, но для этого есть необходимые тоже условия. Если кто-то занимается вот именно таким большим оборотом на расстоянии, тогда нужно обращаться, конечно, алимам. Но там основные такие моменты, что нужно соблюдать именно те грани, те моменты, которые мы рассказали в прошедшие уроки. Например, покупатель должен знать товар, он должен ее видеть, или же он должен знать этот товар через описание, через перечисление необходимых функций, необходимых этих качеств этого продаваемого товара. Этим самым может получить такое определенное, как бы, что за товар он покупает, покупатель может этим самым знать. Поэтому, зная, что он покупает, этими сипатами, вот так и там еще необходимо, чтобы в этом же маджлисе мы же еще проходили, что именно вот этот сыра, когда говорят, продаю, покупаю, эти слова, когда говорят, чтобы не отходя от маджлиса, находясь на месте, еще нужно это все сказать. Если вот для этого, что для, здесь на расстоянии, когда проходят такие сделки, что здесь необходимо? Не отходя от трубки, не отходя от, скажем, там, от, через интернет-магазина покупает что-то. Есть же сейчас у нас такие очень разновидные такие способы таких оборотов. Не отходя с места, вот так, если доведет до продавца свое слово, или же доведет до покупателя свое слово, продаю, и тот тоже, не отходя от этого места, на месте же, и если есть возможности такие. Также ответ, если дойдет до продавца. Там еще несколько условий, которые нужно обязательно вот именно по вопросу обращаться к алимам. Ну, если кто-то такими оборотами, если занимается, конечно. Так, мы в прошлом уроке еще говорили о том, выбор. Когда купля-продажа проходит, купля-продажа – это одна из методов, нужно сказать, один из форм, через которую передается собственность из одних рук в другие руки. Какая бы дорогостоящая ни была продаваемая вещь, этот товар из собственность одного человека, чтобы переходила в другие руки, в собственность другого человека, для этого это и договор купли-продажи заключается, поэтому это очень даже серьезная форма, серьезный способ передавания собственности. Есть другие еще, мы до этого, иншалла, дойдем, но пока мы говорим только о договоре купли-продажи. Вот так вот, произнося эти слова, продавец, когда говорит, я продаю тебе этот дом за эту цену, а покупатель говорит, я покупаю у тебя этот дом, должно быть, вот здесь вот дом должно переходить в руки второго человека, его собственность. Мы говорили еще так же, как от пророка, алейхиссалям, нам идет такая рухса, такой шанс, что он дает нам шанс, вот не отходя с места, пока они не расходятся, эта сила не наберет.
этот договор. Полную силу не набирает этот договор, не заключается, не укрепляется этот договор. Для этого нужно что делать? Хотя бы вот хиярли маджлис, есть выбор маджлиса, есть выбор еще условий, которые договариваются между собой покупатель и продавец. Хиярли маджлис, мы рассказали, что когда покупатель и продавец находятся в доме, например, один из двух поворачивается и уходит в другую комнату, этим самым уже заключается договор. Закрепляется, обратной дороги уже, можно сказать, нет. Или же после этого слова, после слова «продал», «купил», один из двух, если скажет, «я это утверждаю», «я на это уже решился», все, он тоже себе выбора не оставляет, здесь уже его выбор уже заканчивается. А другой скажет, у того тоже заканчивается. Если этого не скажет, тогда в доме, если в другую комнату кто перейдет, а если будет на базаре, тогда поворачивается два шага, когда один из двух делает, два шага. Вот здесь вот уже закрепляется. Здесь уже полностью переходит собственность в другие руки. Это уже его собственность. А есть другая форма, вот это вот, что мы рассказали. Три сутки, сроком на три сутки, не больше, можно договориться. Оставить за собой выбор. Любой из двух клиентов, или продавец, или покупатель, или обе, они могут оставить за собой вот такой выбор. Мало что бывает, колебается человек, купить или не купить. Ошибусь ли я, если куплю это? А другой также, продавая что-то, тоже бывает, колебается. Я проиграю, наверное, если продам. Что мне скажут другие, если я продам этот дом? Такие моменты же бывают. Вот при таких моментах дается нам шанс такой, чтобы на три сутки могут оставить за собой выбор. А когда один из двух, или покупатель, или продавец оставляет за собой выбор, другой не оставляет. В таком случае, чей же это будет товар? Все-таки вот за эти три сутки или же меньше трех суток, насколько они договорились, чей этот будет товар? Ничей не бывает. Вот здесь вот кто за собой оставляет выбор, его и бывает этот. А если обе оставляют за собой выбор, обе они не решаются на месте, тогда обе скажут, давай до завтра оставим мы. По рукам они-то купили, продали, сделали, эту сделку сделали, они совершили. Все равно после этого они говорят, но с выбором, оставляя за собой выбор, давай завтра до обеда мы решимся полностью. Обе оставляют за собой выбор. Сколько они завтра, в 12 часов они скажут, например. Вот к этому времени, если они не решатся, если не скажут, тогда вот именно в 12 часов у них эта купля-продажа закрепляется. Или до этого времени, если кто-то из двух скажет, что я уже решился, я утверждаю этот договор, здесь тоже он от себя выбор отдает, он уже здесь утверждает свой договор. Но тогда, когда обе они оставляют за собой выбор, не переходят, ни цена не переходит в руки продавца, ни товар переходит в руки покупателя. Это обе как висят, ничейные. Когда, скажем, например, через три дня, как они оставили за собой выбор, вот к этому времени, или же раньше, выбирая себе решение, укрепляя этот договор, вот к этому времени, если укрепиться, если все-таки произойдет это, тогда мы там уже, нам становится ясно, что с того момента, как они заключали договор, как они сказали друг другу «продаю, покупаю», вот с этого момента мы понимаем, что хозяин товара – покупатель, а хозяин цены – продавец. Вот это для чего рассказывается вот это все? Потому что вот за эти три сутки что угодно можно случиться с товаром. Что угодно можно случиться с чем-то. Кто отвечает, кто теряет, как расходятся вот здесь вот. Вот для этого это все рассказывается. А если на второй день скажет один из двух, нет, я передумал. Или же я
расторгаю этот договор. Этим самым они расходятся. У них договор расторгается. Вот этот выбор, поняли же, да? Выбор маджлиса, выбор сроком на 3 сутки. Это мы рассказали. Еще вопрос такой у нас. Это как ответ на тот вопрос, бывает ли после того заключения договора обратного хода бывает? Уходит из руки товар, из руки продавца в руки покупателя уходит товар. А обратной дороги этому товару бывает? А то бывают вот такие случаи, когда я помню один случай. Один человек, как вакиль, то, что они в наследство получают дом, он вместе с его еще братьями, как свой част он продает, и двоих братьев части тоже продает, как вакиль. Собрался, все согласны, он их вакил, он продал этот дом. Потом как-то они за собой выбора тоже не оставили. Но вопрос там еще идет, если выбор кто-то не оставляет, не зная этого, что можно было оставить выбор, там есть какое-то спасение? Нету. Незнание закона, мы же сказали, что не освобождает от ответственности. У нас тоже то же самое. Вот нам, например, с вами нету спасения, потому что мы живем среди алимов, мы живем среди, где мечети, где идут уроки, где идут проповеди, где есть возможность спросить у знающих. А только бывает спасение вот в таких делах, когда человек живет далеко где-то, скажем, там, где-то в хуторе, где нету алимов, редко бывает в селах, в городах. Вот таким. Или же, если будет человек, который недавно принял ислам и мало что знает о исламе, ему тоже есть шансы, даются таким людям. Людям только дается шанс, когда они не знают, что-то делают. Тогда вот этот пример, который рассказывал, продали они по рукам, собственность переходит в другие руки. На второй день приходит, он уже как-то уже пожалел этого все, что он сделал. И приходит к одному человеку, которого не очень начитан в этих делах. Он говорит, если ты пожалел, отдай обратно, что-то терять, отдай обратно, забери свои деньги. Тот тоже, ну, как бы для него он ученый, но так мало разбирается в этих делах. Ну, он пошел и деньги закинул ему в дом и уходит, я не продаю тебе этот дом. Мог он этого сказать? Он же не мог это сказать, потому что уже вчера ушел его дом из его руки, уже собственность перешел. Уже этого дома хозяин уже другой. Он не может на второй день прийти и сказать, вот так деньги ему закинуть в дом и сказать, что это мой дом, я не продаю. Как не продают? Уже продал он, уже ушел из его руки этот дом. Такие вещи нельзя делать. Вот до сих пор этот дом на руках этого человека. Он же удерживает чужой дом. Уже этот чужой дом. Ему нельзя было, не надо было вообще даже взяться за это дело. Уже вот столько времени, несколько лет, я знаю, что этот человек уже удерживает чужой дом. Есть еще эти два формы выбора, еще третье, через которого можно расторгать договор купли-продажи. Это хияруль-айб, когда покупатель находит в товаре какой-то недостаток, значительный недостаток, за которого можно вернуть товар обратно. Но незначительные такие недостатки, они особую роль не играют здесь, и не дается ему шанс вернуть товар обратно. Но если будет такой недостаток, который играет какую-то роль в падении цены этого товара, значительно, если падает цена, с этой недостаткой, а не зная этой недостатки он отдал, если 100 тысяч за этот товар, зная этот недостаток, он бы не дал за этот товар даже 80, это уже 90 бы не дал, это уже 10 тысяч, это значительная такая сумма, вот за такой недостаток можно уже и отдается ему право вернуть этот товар обратно. Но только для этого тоже есть опять свои условия. Это нужно делать, как выявится вот этот недостаток. Нельзя откладывать.
Сразу нужно вопрос поднять. Если этот продавец рядом, если человек кушает, когда кушает, если ему рассказали, что такой недостаток, сразу оставить еду, пойти, так тоже не говорят. Покушает, докушает, потом можно пойти. Если молится, если там омывание делает, помолиться пойти можно. А так больше этого времени откладывать нельзя. Если отложит, тогда уже он упускает этот шанс. Уже не дается ему право вернуть этот товар. Если, например, кто-то не будет знать, что так нужно было делать, а на сегодняшний день же очень много вопросов таких, когда обратно хотят товар вернуть, обнаружил вот такой недостаток. Но там сразу нужно спросить, когда ты обнаружил этот недостаток, вот тогда-тогда. А столько времени прошло столько времени, а нужно было сразу поднять вопрос. А покупателя, это продавца не было. В городе его не было, скажет, например. Если не было в городе, тогда нужно было поднять вопрос к имаму. Или же не обязательно к имаму поднять два свидетеля, если подходящие этому. При двух свидетелях он должен сказать, вот этот недостаток я сегодня обнаружил, я хочу этот вопрос у вас себе считать свидетелями этому делу. Я хочу вернуть, я расторгаю этот договор. Вот хотя бы это нужно делать, если покупатель далеко, в отъезде если. Шанс, чтобы свое не упустить. Если, например, еще другой вот недостаток. Этот недостаток должен быть таким, что у этого товара, чтобы было до купли-продажи, до этого договора, раньше, находясь на руках у продавца. Если случится такой спорный момент, этот продавец придет и скажет, когда у меня этот товар был, этого недостатка не было. Когда забрал покупатель, после этого от него это недостаток. Вот такой спор, если будет, тогда имам здесь хукм делает, решает. Покупателю дает возможность кляться, нет, не покупателю, а продавцу. Продавцу дается возможность кляться, он поклянется, что этого недостатка не было у него в товаре, и расходится. Если, например, когда заключали договор, покупатель, если говорил, я покупаю у тебя товар, если только такой-такой, если это будет, ну, какую-то функцию он называет, тот доказывает, что да, такое. А потом, как он проверяет этот товар, находит не такой. Понимаем же, даже при купле-продаже там бывают определенные там качества, которые называют. Я покупаю у тебя товар, если только это такое. Но там сразу посмотреть, не видно это. Скажет, например, вот пример, что у нас бывает. Я у тебя эту машину покупаю, этот двигатель заводской или же после ремонта. Бывают же такие. Я у тебя покупаю, но не может же он увидеть вал стандартный или какой. Тот, если скажет, что вал стандартный, я у тебя покупаю эту машину, если только это правда, если только этот вал стандартный. Потом через месяц, как-то открывая, он находит этот вал уже не такой. Вот здесь тоже он имеет право вернуть эту машину. Какой он сказал, вот такого, эту функцию, вот это качество он не находит, которое... Продавец ему как-то утверждает, что это такое. Вот такие моменты. Вот столько примеров, через которые можно вернуть обратно товар после заключения этого договора, год договора купли-продажи. Мы в ходу урока сегодня лучше вопросами не задаваться. После урока, если у кого какие вопросы появятся, можно будет потом задать. Вот эти запомнительные моменты, а то другое, там есть еще, икала есть такая форма, после заключения договора купли-продажи, но желательно идти навстречу. Икала – это и есть расторгание договора купли-продажи, это просто не обязательно, а желательно, когда продавец пожалел, не,
покупатель, или один из двух пожалел, что из-за этот договор купли-продажи, а тот другой должен идти навстречу. Не должен, а желательно идти навстречу. Если пойдет навстречу, вот здесь вот расторгают, это икала называется, такое расторжение тоже есть. Или же другая форма, если обратно он продает ему заново. Обратно же за такую же цену, если продаст, тоже опять обратно переходит эта собственность в те же руки. Вот столько форм, через которые можно вернуть товар после купли-продажи. А так, если из этих что-то если не будет, тогда обратной дороги не бывает. Уже договор купли-продажи закрепился, выбора не осталось. Собственно, уже хозяин товара – покупатель, хозяин цены – продавец. Сегодня хочу добавить, как новая тема, есть в договорах купли-продажи очень много таких форм договоров, которые пророк, алейхиссалату вассалам, своими словами запретил. Он как бы делал нахью, чтобы такого не делали, так что такие договора, чтобы не заключали. А эти договора, которым пророк, алейхиссалату вассалам, заявил такой нахью, запрет, они делятся на два вида. Есть такие договора, на которые пророк, алейхиссалату вассалам, запретил заключать договора. Есть такие, что это харам, это не дозволено шариатом, но только договор купли-продажи набирает силу, получается действительным. А есть другой вид, такой, которого и договор купли-продажи тоже не получается. Недействительная купля-продажа. Вот из первого вида, запрещенный, недозволенный по шариату, по исламу, в этим самым попадает в грех. Несколько здесь я выбрал из всех то, что тогда во время пророка, алейхиссалату вассалам, были такие сделки, которые уже давно забыли. Сейчас в наши времена не делают, этим мы время терять не будем на это. Где-то 9 таких форм я перечислю вам. Пример, скажем, то, что на сегодняшний день у нас бывает. И что по шариату? Это харам, недозволенное. То, что нельзя делать. Это первое, скажем, байун ала байи ахихи. Когда вот то, что мы только что мы рассказали, сроком на 3 сутки можно оставить за собой выбор же, да? Вот за этот срок, зная сосед, один другому дом продал. А кто-то услышал, что он ему продал за такую цену, которая его устраивает. Он бы еще больше дал ему. Это уже шира ала шира, получается, разницы нету. Или же, когда кто-то услышал, что кто-то кому-то продал дом за какую-то цену, а у другого такой же дом, он бы дал свой такой же дом по ниже ценой. И потом приходит, говорит ему, они же за собой оставили, например, выбор на 3 сутки. Приходит и покупателю говорит, ты отдай этого дом обратно, если он тебе за 3 миллиона продал этот дом, я тебе за 2,5 продам свой, не уступающий его дому. Вот такие вещи бывают у нас в обществе. Ну, вот этот выбор, если не оставляли, но если вдруг там недействительный байя, недействительный договор купли-продажи, там тоже можно вот такие вещи делать. Можно же обратно вернуть, если это вдруг недействительно. Найти там какой-то недостаток, за который можно вернуть товар. Если узнаешь, что такое есть там, и предлагает свой дом за ниже ценой. Верни его дом, говорит он, я тебе продам свой дом чуть ниже ценой. Вот это и есть. То есть человек продает, лишая возможность продать свой дом своему брату-мусульманину. Это и есть байун ала байи ахи. А другая форма, тут другой пример. Приходит другой покупатель, тот, который хочет купить, этому продавцу приходит. А за сколько вы договорились? За 3 миллиона.
Вы же еще не решились, выбор же оставили за собой, оставили. Расторгай этот, я куплю у тебя этот дом за 3,5 миллиона. Это шира, он ала шира. Это тоже харам. Нельзя такие вещи делать своему брату мусульманину. Вот эти две формы. Если что, саумун ала саумин, что у нас в книгах объясняется так. Вот такой, этот пример, который сейчас мы привели, там уже после заключения договора купли-продажи. Когда они оставили за собой выбор. Вот в это время. А когда саумун ала саумин бывает такое. Когда идет разговор, и просто человек хочет у кого-то что-то купить, знает, кто-то там со стороны услышал, хочет кто-то у кого-то купить хорошую машину, еще они не договорились, они пока еще не заключили договор. Он приходит, с патышка говорит, я тебе по ниже ценой продам, оставь его машину, отходи от него, я тебе продам. Это и есть самое, пока, это до того, пока не заключит еще договор. А те примеры были после того, как заключают. Байуна ала байя, ширауна ала шира, саумуна ала саумуна, вот эти вещи. Это пророком, алейхиссалям, запрещенные дела, именно в купле-продаже. Есть еще такое байу хадрин либадин, которого пророк, алейхиссалям, запретил. Бывает такое тоже у нас, наверное, вы сталкиваетесь с такими делами, такими вещами, когда кто-то в город приезжает своим товаром, он таким намерением приезжает в город, в какой-то город, продавать свой товар сегодня за свою цену. Он хотел продать, скажем, там это наименование за каждое наименование за 1000 рублей, а к нему приходит его товарищ или кто-нибудь, который за него болеет, и говорит, ты так не продай, ты так дешево продаешь этот товар, оставь у меня здесь, разгружай у меня в доме этот товар, я тебе продам этот товар потихоньку, чтобы больше прибыль тебе была. То, что ты продаешь за 1000, я потихоньку продам тебе за 1100, за 1200. Вот это и есть байу хадирин либадин. Тоже пророком, алейхиссалату вассалам, прямыми своими словами запрещенный процесс. Вот этого тоже нельзя делать. Это харам по шариату. Еще раньше было талакир рукбан, и следующий идет такой талакир рукбан. Тогда это было. Сейчас этого, наверное, не будет, когда караван, когда товаром какой-то город, когда шел туда, встречали этот каваран, туда выходили из-за города, выходили, встречали их, им сказали, что им говорили, что ну, скрывали, сколько этот товар стоит в их городе, он их там же забирает, это их обратно отправляет, вот здесь вот и обманывает. Эта форма, наверное, сейчас не будет в наши времена. Такое бывает разве? Такое, ну, то, что бывало тогда, где-то за городом, где-то там, от города, дальше от города где-то кого-то обманут. Там бывает такое, да? Ну вот это тоже талакир рукман называется. Это тоже пророком, алейхиссалям, запрещенное дело. Дальше идет ихтикар. Это тоже очень даже строго пророк, алейхиссалям, запретил, когда кто-нибудь покупает товары первой необходимости называется. Это, ну, у нас в Масхабе, по крайней мере, это кут, мучное, скажем, в первую очередь, мучное, всякое мучное покупает и оставляет, пока не подорожает, пока нужда людей еще больше пока не станет, потом подороже, чтобы продавать. Это, наверное, вы слышали тоже вот этот ихтикар. Запасаться мучным. Весной покупает, пока это дешево, себе в ангар там закрывает, когда люди будут нуждаться за высокую цену, чтобы продавать. Вот этого тоже нельзя делать. Свободно нужно дать продажи этому товару такому, первого необходимости. Шариатом это тоже запрещено словами пророка, алейхиссалату вассалам. Это тоже по шариату харам делать. Идет вот такой, на сегодняшний день у нас тоже бывает, наверное, такое, называется надж.
То, что пророк, алейхиссалям, запретил тем, кто занимается торговлей. Тогда, наверное, бывало такое тоже, когда кто-то кому-то что-то продает. Это на базаре сегодня бывает или нет, вам, наверное, лучше знать. Сообщник его. Сообщник приходит, продавца сообщник приходит. Договаривается с клиентом, машину продавать хочет, договаривается с клиентом. Тот предлагает, этот говорит, скажем, там 100 тысяч, а то он тянет, и второй тот сообщник приходит и говорит, предлагает ему, 100 тысяч предлагает. А тот покупатель же думает, теперь уже он предложил, или же там 95 предложил, уже все, человек уже предложил ниже этого, он, наверное, не опустится, но нужно уже отдать 95 хотя бы. Подумает. А сообщник, он вовсе не хотел купить машину. Он лишь для того, чтобы поднять цену своего товарища, он это и делает. Обманывает вот этого клиента. Это тоже словами пророка, алейхиссалам, запрещенное. То, что и на сегодняшний день для нас харамом считается по шариату. Или же со стороны покупателя приходит. Когда покупатель договаривается с продавцом, машину хочет купить, а тот продавец этого не знает, сообщник покупателя приходит. Ну, там же есть такие машины, где-то скажет здесь в Махачкале, у меня машина. Или же там со стороны покупателя, если приходит, за 80 даже не купили такой товар, да, за 80. Я бы за 80 только купил. Таким образом его тянет вниз сильно. Это сообщник покупателя. Вот такие дела, обманывают друг друга. Всякие обманы, они шариатом запрещаются. Вот это и называется нач. Это дело тоже харам. Вот когда виноград кто-то продает, зная, что покупатель этот виноград покупает для того, чтобы из него сделать вино, тоже запрещено, не дозволено по шариату, харам, когда он знает, что он покупает этот виноград для того, чтобы выжать из него вино. Также оружие, когда продает кто-то кому-то, если знает, что тот покупает это оружие, кому-то делать, нанести вред, не по праву кого-то убить или что-то делать. Вот здесь вот оружие такому человеку продать тоже. Вот эти вещи тоже. Все эти дела шариатом запрещенные, харам, словами пророка, алейхиссалату вассалам, запрещенные дела. Еще вот в наши времена тоже бывает, наверное, тогда очень много бывало такое, бай-аль-мусаррат называется, корову, когда хочет продать, несколько дней оставляет, не доит, чтобы вымя у нее была большая, чтобы товарный вид чтобы был. Бай-аль-мусаррат, ну сегодня же тоже, где коровы продают, они вот так вот и делают, полное вымя будет, покупатель, ну, это корова дает хорошее молоко, нужно купить. Вот сравнить можно с этим, когда мы на базаре делаем что-то такое, чтобы обмануть глаз покупателя. Всякое дело, которым мы обманываем глаз покупателя, это и есть вот этот, входит вот в этот вид недозволенного договора, бай-аль-мусаррат. Скажем, даже вот, когда в ведре яблоки, делают же люди так, что самые верхние яблоки чистят, как они сверкают, как зеркало, а нижние или маленькие, или там червями, а самые лучшие, качественные сверху вставляют. Этим самым обманывает глаз покупателя. Это и есть бай-аль-мусаррат, запрещенное по шариату. Он сверху вставляет, там, надвидные места вставляют хорошие картошки, а внутри мешка все мелкие, плохие, червяные. Это тоже бай-аль-мусаррат входит, говорят, так и есть, так и говорят алими. Вот в этот баб и входит это все. Всякое вот такое дело, которое обманывает глаз покупателя, это тоже по шариату харам. Но вот эти все перечисленные эти дела, они по шариату недозволены, этим самым попадает продавец в грех, но эти купли-продажи, они проходят. Действительно, купли-продажи проходят.
хотя это не дозволено. А другие формы, которые сейчас мы перечислим, другие, которые тоже не дозволены по шариату, и вместе с этим и купля-продажа не получается действительным. Это если начинать с чего? Бывает такое, что когда байу аль-арабун называется, когда кто-то хочет купить, и пока откладывает, и говорит, не продавай это, я у тебя буду купить этот товар, только не продай. А тот у него просит, тогда оставь у меня залог. А залог оставляет. Вот этот залог, если вдруг, если тот передумает, если он по каким-то причинам не захочет купить этот товар, если этот залог остается этому продавцу, вот это уже харам. Это тоже нужно было включить туда же, но как бы в эту категорию как-то включили этот купли-продажи же пока не договор же не заключили еще. Просто вот делать так, чтобы этот залог, чтобы остался этому покупателю, продавцу, если вдруг не купит этот товар. Просто если этот залог остается в сумме цены этого товара, тогда можно. Поняли, да? Например, вот Курбан-байрам мы режем овцу или там быка, корову. Ни одной части из нее продавать нельзя. Шкуру даже нельзя продавать. Даже рог нельзя продавать. Мясо нельзя, ничего нельзя продавать. Если шкуры, наверное, где-то кто-то продает, все нужно отдавать садака. Не обязательно отдавать садака, в доме в своем можно оставить. Если это не назр, разницы нету. Назр – это курбан-байрам, курбан. Или же добровольное, разницы нету, ничего из этого нельзя продавать. Вот за мясо животное купить нельзя. Бывают случаи такие на сегодняшний день. Бывает или нет, я не знаю, тогда, наверное, тогда бывали, говорят, такие случаи, когда за мясо там быка или овцу покупали. Этого нельзя. И не получается купли-продажи договор. Действительно, договор купли-продажи не получается. Животное, когда покупает за мясо сырое, там или сушеное, разницы нет. Вот этот пример еще в эту категорию входит, но когда что-то мы покупаем, пока не прибираем к себе в руки, пока не получаем в руки, ее продавать нельзя. Мы пример приводили такой, когда на базаре кто-то покупает быка, который привязан к столбу даже, купил, а продавец ушел, покупатель остался. Там на месте он находит себе клиента, который дает ему сверху сколько-то, и на месте же он продает. Вот эта купля-продажа, это и харам, кабл-кабзе, пока не прибирая к себе в руки, перепродавать. Это пример один. Такие, с этим примером много чего можно сравнить, то, что у нас на сегодняшний день на базаре происходит. Машину, скажем, на базаре купил у продавца, а продавец уходит. По рукам договорились, договор купли-продажи действительный, по рукам продавец ушел, а этот покупатель находит себе клиента и там же на месте продает. Вот для этого что нужно делать? Переместить нужно. То, что перемешается, просто с места на место переместить, и все, больше ничего там не надо делать. Этого быка просто достаточно будет, если развязать и несколько шагов обратно к этому столбу или к другому столбу, если он привяжет. Эту машину сядет немного вперед-назад, если он проедет. Это достаточно. Вот после этого уже можно продать. Иначе нельзя. Потому что пророк, алейхиссалям, на это тоже сказал, пока не прибираете к себе в руки то, что вы покупаете, не продавайте. Прямой такой запрет этому тоже. Здесь уже и купля-продажа не получается. Если даже и это харам, и запрещен, недозволенное по шариату, и купля-продажа тоже не получается, действительно.
Байатани фи байатин, бывает такое, вот делают такое, на базаре бывает такое, что товар продает, если в руки за 100 тысяч, если не в руки, тогда 120, если через год, тогда 120. Вот так и по рукам продает, но к одному не приходит, к одному. На руки сегодня, на руки с наличными за, тысяч, за 100 тысяч или же через год за 120. Вот здесь вот не определились, в такой форме пока не определились, они заключают договор. Вот это и есть, этому тоже поставил пророк Аллах запрет. Нужно сначала договориться, за наличие 100 тысяч будет заключаться договор. Или же все-таки через год, чтобы 120 отдавать. К одному нужно прийти, потом только заключить договор. Это тоже здесь не перечисляет. Еще такой договор купли-продажи, что не получается действительным, если это делать, и которое еще также считается недозволенным по шариату, когда мы разъединяем, когда разделяем, скажем там, ягненка маленького от своей матери. Ягненок продает, маленький ягненок, пока самостоятельно не станет, пока еще кормится молоком этой матери. Вот в такой период нельзя отдельно маму продавать без ягненка, а отца продавать, или же ягненок без отца отдельно продавать. Или же там теленок оставит, корову продать, корову оставит, теленок, теленка продать. Вот это тоже не дозволено по шариату. Считается харамом, и купля-продажа тоже недействительна. А зарезать можно? Можно спросить. Можно через зарезание отделить корову и теленка? Так можно, говорят. Если только зарезать, так только. А так кому-то так бесплатно отдавать, или же продавать, или каким бы путем вот так вот такими сделками разделить, матери и дитя нельзя. Вот это запрещено. Еще вот последнее скажу. Нельзя и не получается купля-продажа, когда долг за долг продается. Кто-то кому-то что-то должен, скажем, там должен КАМАЗ доски должен, КАМАЗ кругляка должен кому-то кто-то даже. Это долг на кого-то. Вот этот долг продает, а другому должен, скажем, там 100 тысяч рублей. Он и продает за долг долг. Долг за долг продавать. Байулькали и билькали и то, что пророк Аллах Салтасон запретил. Долг за долг продавать. Долг за долг, я пример привел, деньги и кругляк, лес даже. А если там будет наличие денег и долг денег, тогда уже получается там опасность того, что можно попасть в риба. Вот сегодня очень больной у нас вопрос. Материнский капитал, когда продают. Поэтому материнский капитал почему нельзя продавать? Почему эта купля-продажа недействительная? Почему этого нельзя делать? Потому что этот сертификат, это просто всего лишь бумага, это васика. А государство выделяет, вот, когда уже рождает ребенок, матери, может быть, сегодня выделяет эту сумму, по нужде, что ли, выдавать, или же через определенное время выдавать. Ну, там, как бы ни было, это называет, нужно назвать своим именем, это долг на государство, даже пока в руки не отдали этот денег. Не получила эта мать, еще этот мать ребенка, вот эти деньги пока еще. Находится где-то у кого-то как долг. Получается, как будто долг продает. За что продает? За наличие денег. А деньги за деньги, когда продают, обязательно нужно передавать из руки в руки, не отходя от кассы. Иначе там получается риба.
Это даже долг за долг, чем мы сказали последний у нас из этой категории, что нельзя делать, что нельзя так продавать. Долг за долг, это, конечно, если деньги не за деньги. А если деньги за деньги, тогда долг за наличие тоже нельзя. Давайте на этот мы завершим сегодняшний урок. Иншаллах, в следующем уроке мы расскажем о тоже таком важной теме рыба. Объясним все то, что связано с рыба, иншаллах. Можно вопрос? Теперь можно вопросы. Вот, например, я вижу товар. Примерно у меня бывает 30% дохода, у меня бывает. А той суммы, которую я купил. Купил этот товар, привожу домой, там бывает какой-то товар такой красивый, какой некрасивый. Например, могу я за этот на какой-то товар больше цену сказать, на какой-то меньше цену сказать. Ну, вот, например, 30% дохода. А на какую-то вещь, за то, что он красивый, например, туда-сюда, больше сказать для этого. Можно. Ну, тасир называется, там сдержанный цен называют тасир. По шариату не разрешается. То есть свободный рынок, свободу дает для гуля. Потому что тот покупатель, он должен посмотреть товар, он должен еще проверить, пойти еще в другие места посмотреть, поторговаться. Каждый за себя отвечает, не должен в таких мелких вещах обмануться. Мусульманин тоже, ему говорят, что был бдительным. Если, например, на этом базаре он нашел какой-то товар за какую-то цену, он должен пойти в другое место, тоже такое же наименование, посмотреть, так, за такие же цены другие тоже продают или нет, вот, и решит принимать решение. Он за себя принимает решение, покупает. А тот, кто продает, он может сколько хочет там поставить, надбавить себе. Потому что если слишком много он надбавит, не купят у него этот товар. Свободно нужно это оставить. Тасхир по шариату тоже нету сдержанной цены. И второй вопрос. Например, я на какой-то товар говорю одну цену. У меня бывает примерно там 50 рублей уступка. Человек приходит, почему уступаешь? Я говорю 50 рублей уступка, он покупает. Второй человек приходит, он просит туда-сюда, я ему 100 рублей уступаю, например. Ему 100 рублей отдал, тому 50 рублей. Третий приходит, почем это, тоже 50 рублей уступил. Вот, например, тот сильно попросил, так бывает, я ему 100 рублей уступил. Это тоже сказал, почем уступаешь, я примерно свою уступку говорю, 50 рублей уступаю, он покупает. Это какой-то... Ничего такого, это норма. Пророк алейхиссалям сказал, вы лучше из вас, как тот, кто легкий, когда покупает, так же легкий, когда продает. Желательно быть покупателем тоже легким, так же продавцу тоже легким. Когда просит уступить, нужно уступить. Это желательно по шариату. Раз пророк сказал, как понимаем мы слово пророк алейхиссалям, лучше из вас тот, кто легкий, как покупатель, так же легкий, как продавец. Он должен так дыбом не стоять, когда человек просит. Ну, человек, может быть, возможности у кого-то меньше, а у кого-то больше. Шариат не одобряет такой подход торговли. Например, когда человек приходит и не спрашивает цену, покупает, а он думает, что это хорошо, это просто называется хамия. Это не одобряет такие дела. Вот когда остается сирота у богатого человека. Богатый человек умирает, сирота остается. Его имущество, его наследство ему в руки не передают, пока он не станет совершеннолетним. Даже это его имущество, за его имущество присматривает его дедушка, если он будет. Если нет, тогда по очереди там. Когда по шариату, как нужно делать? Этот ребенок, когда вырос и стал совершеннолетним, нужно смотреть на что? Здесь вот недостаточно, когда этот ребенок доходит до возраста совершеннолетия, там вместе с этим обязательно нужно быть для того, чтобы передавать вот это имущество к нему в руки, рушт, это называется, чтобы он
религию, чтобы в совершенстве он этот исполнял. То есть намаз обязательно пятикратный совершал, чтобы посты, чтобы держал. Вот на это обращает внимание. Еще на второе обращает, он как относится к этой имуществу. Вот это как этот ребенок, когда вот доходит до такого возраста, как его нужно проверить, пишут в книгах. Ему нужно дать возможность пойти, его нужно отправить, этой дедушке нужно делать. Его отправить на базар и следить за ним, купить что-то. Он торгуется или не торгуется. Если он не будет торговаться, сразу за сколько скажет, за столько и возьмет, уйдет, ему в руки имущество не дают. А также нужно его отправлять, просто его проверить нужно, также нужно его отправлять продавать что-то. Когда продает, кто-то скажет за то, что он за 100 рублей продает, если кто-то скажет за 50 отдай, ну да, на возьми, отдаст, тогда тоже ему имущество в руки не отдает, потому что этот человек не вырос, он не дорос еще, чтобы получить это имущество в руки. Так пишут в книгах тоже. Доллары продавать можно, да? Доллары продавать. За что? Ну вот, цена же у них вот рублей. Вадим покупают и продают. Вот ну и обменный пункт тоже. Обменный пункт, вот это доллары продавать за рубли, или же за лиры, за реалы. Ну это за что нужно спросить? Это уже будет входить в следующую тему, рыба. Сначала мы там объясним все. Ну можно, конечно, обменные пункты, они законные, они по шариату, они проходят только там, если они будут, конечно, соблюдать свои требования исламские. Чтобы не попасть в риба, там очень легко попасть в риба. Риба – это большой грех, тяжкий грех. Если этот человек оставляет товар, ему сегодня время, ему завтра тот продает по 120, а как и нельзя его? Может, у него, ему время нет, там стоят? Этот байу хадрин либадин, который я сказал, да, в городе, живущий в городе, когда тот приезжает, он продает. Но если у него нет времени, он сам, если разгружает тебе, у тебя в доме, если он сам разгружает, это уже другой вопрос. Он продавал себе товар, да, он согласен был с этим, у него и было время, и он продавал. Вот ему приходит, говорит, ему предлагает вот эту услугу. Местный предлагает ему услугу. Зачем тебе вот так вот ее продавать? Потихоньку, месяцами я буду продавать ее, только будешь иметь нормальную прибыль. Вот это мы говорили. А если нету времени, он сам согласен, он так и приезжает, и он разгружает, тогда уже другой вопрос. А же вы же сказали, яблоки, когда если хорошие сверху, они же стандартные не бывают, а как их продавать тогда? Ну, нужно делать, чтобы видно было покупателю. Но нам понятно, одним словом понятно, любое дело, которое обманывает глаз покупателя, вот это и есть байуль мусаррат, которого пророк, алейхиссалату вассалам, запретил и является харамом по шариату. Это тоже будет в следующую тему, как раз это тоже рыба. Для этого есть условия свои. В случае можно, да? На базаре, например, покупаю машину, договариваюсь по рукам, но деньги не отдаю. Договорился по рукам, только деньги дома, поедем домой, из дома отдам, да? Потом в этот момент уже подходит, уже договорились, ключи я забираю от машины. Например, другой подходит, мне эта машина понравилась, я ее хотел купить, продай мне ее. Или уступи мне ее. Я говорю, я ее себе взял. Но он просит у меня, ну, тогда я говорю, я уже свою цену установлю, например, да, сверху там. И он, ну, как по шариату. Вот только вам стоит делать. Сядете в машину, немного проехал, отодвинул, и можно продать. И он у меня просит, я ему уступаю, и он уходит, короче, за деньгами. Еще мы по рукам не взяли, деньги ничего не отдали. Я на этой машине отъехал, убрал ее в сторонку, пока он придет. Он потом со временем пришел с деньгами, я ему отдал машину, он мне деньги отдал, я тому тоже отдал деньги, у кого я купил. Вот этот момент, что будет там? Ничего такого, нормально.
Это деньги, деньги, когда товар покупают, ни рубля не обязательно отдавать. Ни одной копейки не отдавать, продавать можно. А когда здесь только, когда таджир есть такой, когда человек машину продает, скажем, там за миллион, да, даже не получая в руки ни одного рубля, заключать можно договор. Если вы договариваетесь, этот миллион отдавать через месяц, скажет там первый день следующего месяца, это уже вы уже срок называете. За этот срок беспокоить он не может его. Покупателя беспокоить может. А в тот день, первый день следующего месяца, когда уже срок подходит, да, вот там уже может он потребовать. А если срок не назовут, если без срока вот так вот расходятся, тогда это называется хал. В любую минуту, то имея возможность, обязательно нужно долг отдавать. Это уже матл, имея возможность, когда удерживает вот этот долг, там же срок не был назван. Поэтому каждая минута он как бы в долг, он обязан отдавать, вернуть этот долг. Если он будет, имея возможность, держать, значит, его с его стороны это называется зулма. Пророк сказал, алейхиссалам, матлул ганий зулмун. Матл, вот, удерживание, вот, затягивание, отдавать долги, да, это у того, кто имеет возможность, у этого это называют, можно, зулмом. Это зулму, то есть угнетение, ущемление другого своего брата. Могу я его передать тоже в аренду другому человеку? Ну, этот вопрос, если так, можно спросить по-другому. Арендатор может переарендовать? Можно, по шариату можно это делать. И свою цену можно поставить тоже. Квартиру, например, кто-то, у кого-то двухкомнатную квартиру занимает, скажем, там на 3 года, и вот в это время, если у него своего не получается переехать туда, он может поселить туда другого, такого только как он, не хуже, имеется в виду. Если нельзя только заселить туда такого человека, которого там чем-то будет заниматься, кузней или чем-то, вот такого нельзя. А так можно переарендовать жилье. Еще, вот, к примеру, машину меняем на план. Один вариант, даром как сделать? Это купля-продажа. Ну, машину за дом – это купля-продажа. Второй вариант. Вот бывает, машину отдаем и часть деньгами. Тоже. Там даром как сделать? Вот эту машину и деньги, вот так сказать, да? Всегда, когда мы что-то за что-то продаем, там бывает товар продаваемый даже и цена. Всегда у нас на языке, вот когда мы на своем языке, когда говорим, я тебе вот этот продаю за это, вот за частицей, за что попадает, это цена, а другое это товар. А если мы скажем, я этот дом тебе продаю за эту машину, то, что я проверил, посмотрел, я узнал, и за сверху 100 тысяч рублей. Вот эта машина 100 тысяч рублей – это цена, а дом – это товар. А эта машина, тебе нужен товар? Не нужен. Не нужен. Машина сказать. Если деньги даже не будет, я тебе продаю этот дом за эту машину, если скажет, дом – товар, а машина – это стоимость, цена. Ну, вот так вот сказать и на это ограничиться, мы только это и сказали, байатун би байа, фи байатин вахида, что запрещено по шариату, да, если неопределенно вот так вот расходиться, договориться и расходиться, потому что там уже спор, где-то получится спор. Если договориться, можно. Если договориться, можно. Вот нужно сначала договориться. Машину кто продает, он должен сказать. Если за налички покупает кто, я отдаю за 100 тысяч. Но кто-то говорит, у меня наличия нет, и если там через год согласился бы ты, я бы купил ее за 120. А он соглашается. Ну, если кто есть за 100 тысяч, за налички, если есть покупатель, я отдаю себе. Если нет, тогда кто-то, если за 120 через год,
Пожалуйста, продает, вот за это договаривается, за эту сумму договаривается. А если, к примеру, я, например, знаю, что я закат еще не продаю, и он приходит, говорит, дай мне в долг. Я ему не говорю, я тебе гнали 5, я ему говорю, долг, я тебе даю за 7 тысяч. Если не скажешь, тогда только получишь 5. Если не скажешь, то, что у тебя на уме, он не знает, и другие не узнают. То, что у тебя на уме, в голове. Ну, ты должен сказать то, что за что ты продаешь. Ты за 5 ему продал. Я ему говорю, бери за 7 тысяч. А? Согласен? Он скажет согласен, да? Потом по рукам. Здесь получается, ты получаешь какие-то деньги за срок. Можно получить деньги за срок? Да. Можно по шариату. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.